Юрий, добрый вечер. Это Павел, вас беспокоит. Да. Друзья, я вам вчера отправил резюме, но как бы вы все в письме кратко поняли обо мне. Я, конечно, вот сторонний смотрю ваши ролики. Говорите только громче, пожалуйста. Угу. Я говорю, второй день уже ролики пошли, смотрю, читаю у вас. Естественно, желание только крепнет. Но вам с Наташей лучше поговорить, она вам найдет чем заняться. Она у нас самый главный человек по распределению должностей. Она моя помощница. Она моя помощница по персоналу. Она живет в России, она живет в Челябинске, но вы можете с ней связаться, поговорить. А как с ней можно связаться? Я вам уже сбросил только что ее телефон. Да, да, и она вам найдет работу, мы хорошо оплачиваем, но единственное, что вы должны заниматься продажами. Не просто... Она расскажет. Она все вам расскажет, да. Она все. Огромное спасибо, продолжайте свое дело, вы нужны нам. Хорошо, ладно, все, до свидания, до связи.